Для нас очень важен этот фестиваль и его идея, весь процесс в каждом действии, это все идет от самого сердца, потому что каждый из нас убежден в том, что творчество, искусство, жизнь – это неразделимые понятия. Впервые на таком фестивале, это потрясающе, потому что я вообще впервые вижу весь этот парк. Тут замечательные скульптуры, тут танцуют, тут поют. Там происходит что-то невероятное с невероятными танцами, с невероятными песнями, с невероятными барабанами. Очень весело, здесь очень красиво, здорово, здесь наливают фреш апельсиновый, здесь рядом брачное агентство, потрясающе, это очень весело и здорово. Это натуральные сладости, которые создаются из абсолютно натуральных естественных ингредиентов, без химических добавок, без термической обработки. На мой взгляд, природа создала абсолютно совершенные фрукты, ягоды, они полноценные, сладкие, ароматные. Это торт, здесь крем из курага и банана. Очень просто, смешивается в блендере курага и банан, и получается изумительного цвета и вкуса крем. Никакой химии, никаких добавок, только естественная сладость сухофруктов, естественный аромат специй. Мы представляем концепцию маленького книжного магазина, и наша задача сделать некую дроп-зону, где человек мог бы подбирать интересную ему литературу, где человек мог бы спрашивать об этой литературе. По сути, это вкусовщина. Весь подбор литературы основан на вкусе людей с филологическим образованием, с культурологическим образованием. Люди, которые нашли себя в искусстве, которые научились жить свой день, каждый день, как искусство, они намного счастливее. Им есть что дарить, им есть что отдавать. Все эти замечательные мастер-классы, все эти замечательные инсталляции сегодня, все это попытка, способ подарить гостям фестиваля что-то яркое, незабываемое, что-то насыщенное, что-то сделанное иногда своими руками. Иногда это новые технологии, иногда это современное искусство.